Еще есть. Еще две упаковки. Две упаковки. Вот это, кстати, прибежало в итоге ко мне курьером. Что интересно. Здесь маска овчарки. Такая вот маска. С такими достаточно реалистичными глазами. Ну и вообще в целом, по-моему, очень даже... Фу, пованивает немножко. Попробую сейчас все это дело включить, если получится. Блин, ребят, вот немножко, конечно, сложновато в ней дышать. Ну, ее реалистичность просто зашкаливает. Знаете, вот здесь вот маска лошадь. Да, а здесь получается вот такая вот маска-овчарка. Я подозреваю, чуть попозже я сделаю еще каких-то фотографий, и мы сможем их добавить. Маска просто огонь. Ну, стоит, правда, что-то как-то приличных денег. Видно внутри хреновасненько, скажу честно. То есть, вот либо через ноздри, либо через вот здесь маленькие дырочки. Но вот зато реалистичность просто зашкаливает. Так. Вот только вот я сказал на коля, да, там ко мне в друзьях, ко мне какой-то там еще человечек в друзья стучится. Ай-яй-яй. Так, давайте обнулим.